на всякий поможет и выручит, конечно. Ласка моя. И все, как есть, расскажет. Вот. А тут у меня колечко затерялось. Ну, я ж тоже человек. Кольца ношу, а руки опухают. Так я только к ней. Так она руками поводит, водичку даст заговоренную. Ну и как новенькая через неделю. Логика должна быть какая-то. А у тебя что случилось? Пропажа у меня, пропажа. Ну что, какая пропажа-то? Да разные. То вещи пропадают, то деньги. Теперь цепочка золотая пропала. Цепочка. Тоже мне причина к ясновидящей. Вы под мебелью, посмотрите. Ага. Да-да. А магнитофон тоже под мебелью искать? Неужели Шура? Так неудобно думать. Муж, что ли? Не, ну логика должна быть. Шура, кто такой? Шура? Шура, соседка моя. 100 лет дружим. А-а-а. Такая добрая, хорошая. Ну, тебе ноги правильно принесли. А-а-а. Заходить-то можно? Подождите, мужчина, должен человек энергию восстановить. Ой, прямо запрело все. Пойду воздухом подышу. Мужчина, вы за мной, я вас запомнила. Ну что там, Федоровна? Сейчас мужик зайдет. Голова дулькой. Вот, брат у него пьет. В общем, нужен заговор. А потом такая травленная в очках. Муж у нее помер год назад. И стали вещи пропадать. Ну там магнитофон, шторы, две норки. Вот. Ну, она думает на соседку Шурку, но как-то не уверенно думает. Потом такая зайдет, вот такая воблистая. У этой вообще 3 месяца назад муж пропал. Как пропал? Ну, нету его 3 месяца. Подожди. Муж что, ушел? Или уехал куда? Как это произошло? Тамара Павловна, ну и богу. Ну что вы, ну я его что ли умыкнула? Ну логика должна быть какая-то. Ну в общем, нервная она вся такая. Переживает. Пока все. Ну, понятно. Ну, ладно. Знаешь, иди. Так, пойду на пост. Ну что, поняла процедуру? А что ж тут непонятного-то? Сиди себе, да обманывай. Да? Ты думаешь, им правда нужна? Чушь! Им нужна поддержка. И поверь, Ксения, это дорогого стоит. Угу. В общем, решай. Как хочешь. Тебе нужна работа. Мне филиал. Девочка, ты надежная. Да и к маме твоей отношусь всю жизнь с уважением. Все-таки родственники. Да. Но если тебе твое интеллигентное воспитание не позволяет, ты скажи, я пойму. А гадалку я себе другую найду. Знаю, с какой бедой ты ко мне пожаловал. Брат твой пьет. Помочь можете?
скотина. Добрый вечер. О, добрый вечер, вежливый лось. Чё, издеваешься, да? Слушай, оглянись, за окном 10 утра. Рот закрой, ты надоело, где шлялся? Правда. Ты импотент. Как я тебя ненавижу, ты меня бесишь, слышь? Ты сейчас не знаешь, что я сейчас с тобой сделаю. Ты... Помолчать, ты можешь минуту, хочешь, нет? Ты заразу в дом занести, да? Какую заразу? Что ты говоришь-то все время, а? Ты меня бесишь! Слушай, разберись, импотент или заразу! Заткнись! Ай, да ладно тебя слушать еще! Че ты хочешь-то от меня? Да ничего! Да пошел ты, придурок! Понастроил! Ах! Алло. Да куда? Да я больше суток на ногах. Да мне поспать надо хоть 2 часа. Вань, нет! Да, ну пошли кого-нибудь, блин, не знаю! Какой лимон? Да хоть мандарин! Я спать хочу, Вань, ну! Да, Ладно, еду. Да еду, понял. Давай. Жрать будешь? Лен, ты в школе училась? Чего? Я говорю, ты школу заканчивала, да? Ты что, дурак? Зачем ты задаешь такие глупые вопросы? Ну а что ты говоришь тогда со мной, как хамка последняя? Я с тобой нормально разговариваю. Ты по-другому не понимаешь просто. Ты по-другому просто не понимаешь. С тобой по-другому нельзя. Здрасте. Дайте водички попить. Может быть, чай? Да просто водички! Вот Шурка, а? Вот стерва! Я к ней почти как к сестре, а она... Добро Павловна, как увидела меня, сразу сказала. Шурка, та женщина по имени Шурка. Есть, говорит, такая знакомая? Ха-ха, знакомая. Я с этой знакомой так раззнакомлюсь, она еще пожалеет. Возьмите. Вот Шурка, а? Вот стерва, а? Делов-то полчаса всего, а сколько заработали? А ты и ехать не хотел. Да, Вань, язык у тебя что надо подвешен. Да что язык? Ну что, расслабились в кабак? Не, устал. Ничего не хочу, домой поеду. Как твоя Лена? Ой, ладно, знаешь. Ну тогда в кабак. Завтра отоспишься, дрыхни хоть до весны, я тебя трогать не буду, слово даю. Не, весны не будет. Кого хочешь? Марину, Ирину? Ну, кого я позвоню? Никого не хочу, я домой, я устал. Ну ладно, там снимем. Да я тебе серьезно говорю, ничего не хочется. Ну тогда на рыбалку? Че, охренел, что ли? Какая рыбалка? Зимняя. Командочка, бейст, эко! Заслуженная учительница, обманщица. Тебе-то чего стыдиться? Не ты ж гадалкой будешь. Нам нужны деньги. Я понимаю, это моя вина, не смогла тебе внушить прописных истин. Какие истины? Ну, какие истины? Ну, я пробовала так же честно, как ты, и чего? Ну, почему гадалкой? Ну, неужели нельзя было устроиться в другое место? Я не хочу, чтобы моя дочь зарабатывала деньги, обманывая людей. Бог тебе судья. Ты, Игнат, не знаешь ничего. Это настоящие русалки.
За Лилию и Таню. Настоящие русалки говорить не могут. Они променяли голос на ноги. Если бы мне кто-нибудь лет 18 назад вот про это все рассказал, точно говорят, от судьбы не уйдешь. Вячеслав Степанович, мы же ждем. Забыл, был, был, как любил, бил, бил, как хотел, тел, тел я найти. Кабачок, чок, чок, загубил, бил, бил и затмил, мил, мил все пути. Дать, 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 нам удачи, дать, дать, я другое занятие найду. Головой, ой, ой, на сугроб, гроб, гроб, как олень, лень, лень, упаду. Человек век не пойдет. Ну, не хоромы, конечно. Но я ведь еще не знаю, как у тебя пойдут дела. Помощники я тебе даю, Федоровну. Женщина замечательная. Лучше не найдешь. Ты знаешь, Ксения, главное не торопись, не гони лошадей. Каждому надо уделить внимание. Все должно быть такое загадочное. Но я уже говорила об этом. Волнуюсь я за тебя. Здесь должен быть артистизм. Ну, что-то от артиста, понимаешь? Кураж. В общем, приступай. Я пойду. У меня через полчаса тоже прием. Ну, что там народу как-то жидковато? А, здрасте. Ну, и тебе не хворать. Там это бабусёк и печуга малолетняя. Ага. Ты давай начинай, да? А я там на стрёме покараулю кого посерьезнее, да? Ага. Ксень, ну с Богом. Заходите! Можно? Садитесь. Как вас зовут? Света. А меня Ксения. Да, я знаю, там в объявлении написано «Ясновидящая Ксения». Да, действительно. Что у тебя случилось? Мне нужно знать, любит меня один человек или нет. И приворот какой-нибудь. Ну, ты сама-то любишь этого молодого человека? Да. Сколько ему лет? 25. А он не женат? А вы не видите? Что? Я думала, если вы ясновидящие, то вы должны сами все видеть. Ну, да. Но чтобы увидеть, мне нужны, так сказать, некоторые отправные импульсы, которые, ну, когда ты рассказываешь, твое энергетическое поле, оно располагает, ну, ты... Поняла, да? А вы приворот дадите? Да. Вот. А как использовать? Добавляй в чай по 3 капли. Каждый день ему.
Следующий! Ну, конечно. Будем откладывать зимы на лето, с лета на осень, с осени на весну, да? Я все поняла. Я поняла, что ты, наверное, мечтаешь, чтобы я разбилась. Не надо. Успокойся. Блин, ты мне платье порвал. Да хрен с ним с платьем. Как хрен с ним с платьем? Знаешь, сколько оно стоит? Лен, да ладно, да что ты? Блин, ну как ладно? Ну как ладно? Ну порвал платье, не чтобы извиниться. Ты ладно. Лен, ты обалдела. Ну чего я обалдел-то? Лен, да ты обалдел. Порвал платье и даже извиниться не мог. Лен, Лен, подожди. Чего? Да отстань от меня. Он ведь у меня дальнобойщик. Он должен был вернуться неделю назад. Нет, нет. Неделю назад. Нина Федоровна, вернуться. Успокойтесь, пожалуйста. Ведь у меня трое ребятишек. Валерьянки принесите. Успокойтесь, пожалуйста. Нина Федоровна, я не знаю, что делать. О, уважаемый, вам психиатру надо, а не к ясновидящей. Давай, пьем. Успокойтесь. Ты чего? Ты чего? А ну-ка, ты чего? Ну-ка. Глазки. Глазки открывай. Ну-ка, ты чего, родная? Пей, 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 давай. Что, обхочулиться здесь решила? Не дадим. Ну, хорошо. Открыла, смотришь на меня. Ну. Ваш муж. Брюнет. Да. Он дома. Нету дома его. Я 30 минут как оттуда. Ну, он чай пьет дома. Рубашка у него клетчатая. Дома. Нина Федоровна, он дома. Чай пьет, у него рубашка клетчатая. Дайте руки, а? Не дам. Зачем? Так, пойду я, пожалуй, к Тамаре Павловне. Эдак мы весь бизнес просрём. А как ты все это видишь? Не знаю. Как кино на экране, да? Нет. Я не знаю, как объяснить. Я не вижу, я чувствую. Деточка, ты себе просто все напридумывала. Давай, пока не поздно, покажемся психиатру. Мам, ну все сходится. Старушка ко мне пришла. Она свои сбережения хранила дома, завернула в тряпочку, не может найти. Так я откуда-то узнала, что эту тряпочку выбросили в мусорное ведро. Цинковое, с пятном белой краски. Она сказала, что у нее есть такое ведро. Это просто совпадение. Или тебе внушили, или ты себе внушила. Доброе у тебя утро, тонкая психика. Здравствуйте. Девочка, тебя обмануть легко. Мам, ну кому надо меня обмануть? Ну что ты говоришь? А Тамара как это объясняет? Ну она сказала, особенно это работе не повредит. Ну, пока. Ну, чё встал-то? Чё встал? Рули туда! Давай, подходи, подходи! А, девушка, что? Давай, милая. Вот картошки свежие. Подходи, народ. Твой огород. Что вам, девушка, а? Давайте, килограммчик, килограммчик. Распродажа. Здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте. 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 Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Ксения Петровна, здравствуйте. Здрасте. 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 Добрый день. Добрый день. Здрасте. Я же говорил, будет прием. Ну, слава богу. Здрасте, Ксения Петровна. Здравствуйте. Клиент попер. Значит, Ксения Петровна, в порядке живой очереди, да? Да. Ага. Мужчина! Вы мне симпатичны, давайте продвигайтесь. Не знаю, я все-таки с Буровым не связывался. Ты знаешь, как Лёня свои дела делает. Да я сам неспокоен. А если получится, представляешь? Если. Вот именно, если. А если не получится? Ты только представь, завод, и он у Бурова. И чё? Ты ему не простишь, а потом война. Что тогда? Это судьба, а от судьбы не уйдешь. С ума сойти. 30 лет назад это была окраина. Отец нас вон туда, на пикники вывозил, помнишь? Ему нравилось, что вроде как на природе, но при этом завод видно. Рассказы ты его помнишь? Да. А умные машины, нужные механизмы. А эту сказку придумал. Приключения бракованной шестеренки. Дед, я не понимаю, как можно было всю жизнь в этом заводском говне проработать и при этом оставаться романтиком? Ну как? Ну, ты говоришь говне. А сам потом этот завод и купил. Я как сейчас помню. Расстилали зеленое одеяло. Резали огурчики, помидорчики. Яйца вареные. Вареные яйца. Все аккуратно раскладывали. А почему эти пикники для нас такими праздниками были, а? Да не было ничего другого. Вот и все. И отец такой веселый, всегда смешливый. Куда это все ушло? Да, счастья нет. Счастье мое. Мы с Буровым. Будем подписывать или нет? Дай. Не дам. Дай. Не дам. Дай! Мы же ждем! Неожиданный отмах! Успокойся! Игнат! Игнат! У меня по-прежнему исчезают вещи. Что значит по-прежнему? Понимаете, я еще с зимой обращалась к Тамаре Павловне. Пропали деньги, магнитофон, шторы. Тамара Павловна сказала, что это моя соседка Шура. Я теперь с Шурой не общаюсь, даже на порог не пускаю. А вчера обнаружила, что часы, оставшиеся от мужа, их нет. И покрывало тигровое пропало. Успокойтесь. Дайте ваши руки. Вашему сыну 15. На прошлой неделе исполнилось. Он наркоман. Что вы? Он хороший мальчик. Он давно наркоман. И это он таскает
вещи из дома. По дешевке продает, наркотики покупает. Чушь. Вы не знаете Славика, он бы не мог. Шарлатанка! Я буду жаловаться! И что, ни разу не спросила, сколько? Ня. Ня. Только говорит, вы это... Для полной отчетности все записывайте. Ну, для Тамары Павловны. А так, в принципе, я ей конверт каждую неделю от вас. Ну, она, спасибо. И даже ни разу не пересчитала. Блаженная. Считай, на ней сейчас вся фирма держится. Ко мне уже никто не ходит. А что она? Зарплата довольна. Куда она денется-то? Еще бы. С властями и арендаторами ей заниматься не приходится. Одно ток творчества. Сиди и языком мели. Вот вся заслуга. Не будем ей процент увеличивать. Да чего же я, Игнат, весну люблю. Рита, кофе сделай. Ну что с Буровым будем делать? Деньги предлагает. Большие деньги. Мое мнение остается прежним, но решать тебе. Ой, Иван Владимирович. Вот тебе и ой. Пора нам, Маргарита, с тобой на рыбалку собираться. Шучу, шучу. Странное дело, как весна, так меня к Рите тянет. А зимой я ее почти не замечаю. В чем фокус? Да нет тут фокуса никакого. Меня он тоже на Риту тянет. С тобой все в порядке. Давай по существу. Я считаю, что завод продавать нельзя. Если с этим все, то я поехал. Я сегодня обещал Ленке пораньше приехать. Надо нам с тобою к этой сходить. Как ее? Мне все уши про нее прожужжали. Гадалка. Ясносмотрящая. Ясновидящая. Какая разница? Ясновидящая. Рита! Как фамилия гадалки? Колышева. Ну что, дурак, что ли, вообще? Ну что, допился? Какая... Надо своими мозгами шевелить, нет? Это ты зря, брат. Мне сказали, очень симпатичная, ясносмотрящая. Симпатичная, но с крючком и костяная нога. У тебя завянет и отвалится. Ладно, давай, бухать заканчивай. Алло, Буров? Это Иван. Нет. Игнат еще упирается. Надо подождать. Нет, я не чувствую ничего. Это как же так? Не чувствую. Вы не волнуйтесь. Я скажу, и с вас не возьму деньги. Деньги? Да при чем здесь деньги? Я, между прочим, знаете, какую очередь здесь отстояла? У меня тоже очень важное дело. Но я не знаю, что делать. Так, скажите мне точно, изменяет он или нет. Разводиться с ним хочу. Ну, раздел имущества и все. Ну, вы понимаете. Я понимаю. Ну, что я могу поделать, если я не чувствую? Не буду же я вам врать. Может быть, у меня контакт не со всеми? Ну... Одних чувствую людей, других не чувствую. Я не умею этим управлять. Идиотизм. Идиотизм какой-то. А мне-то подруга расписывала. Там такое, там так все расскажут.
Брехня это все. Что? Все для вас. Дайте сюда. Всегда рада вам помочь. Приходите к нам еще. Зову следующего. Нет, Нина Федоровна. Представляете, я ничего не вижу, не чувствую. Что так? Может, потому что голова болит? Онча. Слушай, давай я сейчас тогда оставшихся запишу на другой день, да? А тебе сейчас таблетку от головы принесу. Ага. Избушка, избушка, повернись ко мне задом, а к лесу передом. Или там наоборот. Так, чего? Давайте. Ксения Петровна не очень хорошо себя чувствует. Давайте я запишу вас на завтра. Это я тебя на завтра запишу. Ксения Петровна, угроза при исполнении. Разбирайся с ним сама. Но если вы такой наглый, проходите. Так это ты, значит, у нас новая гадалка. У Тамарки хлеб отбираешь. Посмотрим, на что способна. Садись. Я ни у кого хлеб не отбираю. Я не гадалка. А кто ты? Ведьма? У вас что, что-то случилось? У меня? Нет, ничего. Просто любопытно. Вот мне сейчас, например, одно дельце предлагают. Можешь ты мне сообщить, будет с него толк или нет? Или ты только про любовь колдуешь? У меня сегодня ничего не получается. А со мной получится. Я очень коммуникабельный. Ну, давайте руки. О, какая приятная процедура. А вы замужем? Помолчите, вы мне мешаете. Как вы относитесь к рыбалке? Едешь со мной на рыбалку. Домик, озеро, красота. Дня на три договорились. У вас никакого дела не будет. Даже я не знаю, у меня такого еще не было. Вы верите, что можно изменить судьбу? Еще бы. Я всю жизнь этим занимаюсь. Вас пуля догоняет. Пуля? Так, а поподробнее? Я ж не знаю, я что вижу, то и говорю. Я, наверное, зря сказала, да? Может быть, хорошо. Теперь вы знаете, что можно что-то сделать, изменить что-то. А ты правда что-то увидела или так? Припугнуть меня? Подумаешь, удивила. Пуля! Для этого к гадалке ходить не надо, об этом вся страна знает. Бизнес значит пуля. Не сегодня, так завтра. Тоже мне ясновидящее. Я вас насильно сюда не тянула. Мне без вас плохо, Нина Федоровна! Я здесь, да. Таблетку мне обещали. Мужчина, давайте, чтобы не доводить до крика, выходите. Все. Мне жаль, я не могу вам ничем помочь. Так значит, не поедешь на рыбалку? Ну и дура. Ну, стреляйте. Может, поудобнее как-нибудь встать? Ну! Thank you.
Алло? Алло, узнал? Узнал. И? Как дела? Как дела? Как сажа бела? Игнат чего-то артачится. Да ты что? Я, знаешь, я думаю... Я сам подпишу. Здорово, спасибо. Зачем мне этот дар, если я не могу помочь? Я знаю. Чувствовать чужую боль как свою – это и есть дар Божий. Я не делаюсь от этого счастливее. Меня это мучает. Понимаешь? Понимаешь. Ну и что ты меня выдернул в 5:30 утра? С тобой здесь апельсины есть, Вань? Игнат, дружище, проходи. Рита вот только, видишь, отрубилась, устала. Стареет, наверное. Да, понимаю. Ты подписал все. Деньги получил, к Бурову завод перешел, а ты вон празднуешь. Клево. Ничего ты не знаешь. Ой, да ладно тебе. Я ведь не подписал. Выпьешь со мной, все расскажу. А не хочешь, так вали отсюда к своей гадюке коротконогой. У гадюк ног нет. А у твоей есть, но короткие. Слушай, иди ты в баню, а? Да шучу я, шучу. Сколько мы с тобой знакомы, а? Ладно, пойду я. Стой! Был я у твоей гадалки чертовой. С чего это она вдруг моя-то стала, а? Ты вроде в мистику ударился. Вон какой она тебе принцессу нагадала. Да нет. Все гораздо хуже. Помнишь, у тебя в детстве солдатики были? Ну, набор такой. Ну, солдатики. Красные, с ружьями. Да не помню я никаких солдатиков. Какие солдатики? Слушай, давай ближе к делу, без этих аллегорий. Да куда уж ближе. Выпьем. Рита! Ох, Рита, Рита, уснула? Устала, наверное. О чем я говорил? О солдатиках. Тебе их твой отец из Москвы привез. Я страшно завидовал. Потом не выдержал. Я украл их у тебя. Ты украл? Вспомнил теперь? Ничего не вспомнил. Украл, принес домой. Меня тогда отец первый раз в жизни ударил. И сказал: отнеси, верни в руки и извинись. Ну и чё? Понёс.
Не помню такого, чушь. Конечно, не помнишь. Я понес, но не донес. Я выкинул их по дороге. Мне очень стыдно было. Просто выкинул, понимаешь, в сугроб. Отцу сказал, что вернул. И извинился. Теперь, понимаешь? Нет, не понимаю. Ты по делу мне еще сказать чего-нибудь хотел? Игнат, очень тяжело прощения просить. Прости меня, пожалуйста. Да забудь ты про этих солдатиков. Слушай, а будь другом. Риту забери с собой, а? Ты что, дурак, что ли? Куда ее повезу? К Ленке? Пускай лучше здесь остается. А что, удобно. Проснулась и уже вроде на работе. Прорвемся. В собес надо обращаться. Там сказали, что деньги перечислили. А здесь говорят, что деньги не приходили. Говорят, вы все по рукам можете сказать. Где мои деньги? Поймите. Я инвалид второй группы. Где мои деньги? Человек. Вранье. Все врут, и вы врете. Ничего вы не знаете. Подождите. Не делайте этого. Подождите. Подождите. Стойте. Надо, надо позвонить в милицию. Па, ну погодь. Дети... Надо что-то делать. Иди сюда. Что случилось-то? Да ничего еще не случилось, но он в отчаянии, он на грани, он собирается выкрасть детей. Понимаете? Нет, не поняла. У кого выкрасть? Зачем? Он хочет выкрасть детей у богатых родителей. Хочет написать анонимку, что если они будут есть так же, как он, они умрут с голоду. А сейчас померещилось, да? Мне не померещилось, я знаю! Знаешь. А куда собираешься звонить? Милицию. А ну-ка сядь. Что как дитё малое? Прости, Господи. Что ты им скажешь? Я... Так, гадалка, кто здесь? Ксения Петровна, ну, не буду вам мешать. Что ты ему сказала? Ты что ему сказала, я а? Не понимаю. Не понимает. Сюда! Ну! Мне погадай, а? А? Мне погадай, ему же гадала! Что ты ему такое сказала, что нормальный молодой человек пустил себе пулю в лоб, а? Что у вас случилось? Я не понимаю. Ты слышишь меня, нет? Иван застрелился. Кто такой Иван? К тебе человек вчера приходил посоветоваться по поводу контракта, нет? Приходил. Да, я помню его. Приходил.
застрелился? Он сам? Я сказала, думала, что... А почему это случилось? Я откуда знаю? Ты ясновидящая. Это вода у тебя? Да. Но... Вы же были лучшие друзья. С детства. А ты откуда знаешь? Он тебе сказал? Не знаю. Я не знаю откуда. Просто знаю. Мне знакомо ваше лицо. Хотя... Я точно знаю, что вас нигде не видела. Извините. Очень странно. Я просто очень устала, это какой-то бред. Он тебя ясносмотрящий называл. Ну, давай пока. Увидимся. Ладно, счастливо, спасибо. Спасибо. Сейчас с тобой Буров будет говорить. Соболезную искренне. Спасибо. Ну и поздравляю. Ты теперь единственный владелец. Лень, завод не продается. Ну, мы все смертные люди. Я не прощаюсь. А я прощаюсь. Я не могу больше этим заниматься, но, пожалуйста, Тамара Павловна, не уговаривайте меня. Ну, а в чем дело-то? Я все время думаю об этих несчастных, все время они мне уже ночами снятся. Они ищут своих пропавших, убитых, искалеченных, а я вижу эти разлагающиеся трупы в канализации, в выгребных ямах, в воронках. Это ужасно, я не могу так. Я сойду с ума. Знаешь, Ксюша, ты меня извини, но я тебе скажу. Не дури. У тебя талант. Ты артистка своего дела. Даже я покупаюсь, когда я смотрю, как все ты это представляешь. Нет, нет, Тамара Павловна. Все. Я решила. Вы не понимаете, мне больно. Мне очень больно. Так больно, что, кажется, я могу... умереть. Ну ладно, куда пойдешь? Я не знаю, да хоть в палатку торговать. Много там торгуешь. А впрочем, это уже не мое дело. Верно? Мое дело подбить итоги, пожелать тебе счастливого пути и расстаться с тобой. Только вот незадача. Долг за тобой. Так отдавать будешь частями? Мне сразу надо. Я как? Это что такое? Это счет. Какой счет? Ну как какой? Аренда помещения. Ты не маленькая, знаешь, что это такое. Потом бумаги разные. Далее. Различные компенсации, штрафы. На тебя весь в суд подавали. А ты, милая, не знала. Мы тебе не мешали. Творчеству твоему. Оберегали тебя, лелеяли. Далее. Зарплата персонала. Зарплата водителю. Ты ведь разъезжала как министерша. Или нет? Ну, мелочи я не считаю. Бензин, чай, кофе, охрана. В общем, возьми все это, подели пополам, рассчитайся и иди.
скоро подавитесь своими деньгами. Иди, иди, я гадалкам не верю. Нет. Не могу, я не могу. Ну какой же ты идиот! Идиот! Ты что, хочешь нас по миру пустить, да? Ну подумаешь, застрелился. Застрелился. Да твой Ваня до пиксы, до чертиков, понимаешь? Люди такие бабки за забот отваливают. А ты в память об этом шизофренике, понимаешь ли? Значит так, вещи свои соберешь? Виза в Европу у тебя есть, денег на первое время хватит. В городе оставаться нельзя. Чтоб завтра тебя здесь не было, сегодня чтоб не было, поняла? А ты? Ксения Петровна! Ксения Петровна! Тут это... Ужас, какая радость! Сама пожаловала. Кто это сама? Людмила Акимовна. А кто это? Девенька, ну не пугай меня. Жена прокурора сама прикатила. Здрасте. Добрый день. Позвольте предложить вам кофе. Чай. Черный. Мне бы не хотелось, чтобы вы как-то афишировали мое появление. Да мне это не нужно. Видите ли, на днях у моего мужа слушается дело. От этого зависит вся его дальнейшая карьера. Но вы даже представить не можете, какие вокруг него плетутся интриги. И нам важно понять, как себя вести. А вдруг... Вдруг это ловушка? Ну, вроде проверки. Вы понимаете? Тогда, может быть, как-то затаиться. Но что же он сам не пришел? Честно говоря, с ним мне было бы легче. Ну что вы, он все время мотается в мэрию на прием, а тут как-то гадалки, ну... Мне нужны ваши руки. Пожалуйста, руки. Вашей дочке. 8. А какое это имеет отношение? Людмила Акимовна, ей угрожает опасность. В городе появился маньяк. Еще не появился, но появится, и он будет похищать детей. Отлично. Сыграно отлично. Конечно, вы про моего мужа ничего не знаете, зато как таинственно звучит. Маньяк. Ну и сколько же я вам буду должна за это спасение? Я еще разберусь с вашей конторой. Ладно, Степаныч, спасибо еще раз, что Ленку мою отправил. Денег тебе на первое время хватит. Постарайся эту неделю дома побыть, может, понадобишься. Может, нет. Тебя ждать? Не, не надо. Машину оставишь на нашем месте. Понял, на каком нашем месте, да? Понял. Thank you.
тебя Кулышева. Кулышева? Ксения Петровна. Ксения Петровна? Да, это я. Пройдемте с нами. С нами пройдемте. Что случилось? Вы задержаны по подозрению в похищении. Девочка такой маленькая. Руки! Не трогайте! Тихо, тихо, тихо. Это для безопасности. Скажите, в чем дело? Дочка у прокурора пропала. Дайте что накинуть. Мам. Ладно, там разберемся. Пошли. Детям и так все лето сидеть в городе безвылазно. А тут еще этот кошмар. Господи. Ну что ты психуешь-то? Ну посадили эту чертову гадалку. А сообщники? Они ее посадили, да. Но еще двоих детей украли. Я тебе говорю, у них банда. Они, между прочим, у детей органы вырезают и продают. Господи, что за жизнь-то такая? Ну какие органы? Они деньги требуют. Это для отвода глаз они деньги требуют. А потом вырезают и продают. И никакой управы на них нет. Куда? Калибанову. Стой, стой! Гуляй здесь, как на природе. Да он ждет меня. Я доложить должен. Говорят тебе, ждет он меня. Стой, стой! Игнат? Ворвался, товарищ майор. Здравия желаю. Ладно, Чубаков, успокойся, это свои. Свободен. Слушай, с Иваном-то как получилось, а? Здорово. Присаживайся. Слушай, девчонку тут одну, твои ни за что ни про что взяли. Надо выручать ее. Что значит ни за что ни про что? У меня так не бывает, я в городе порядок блюду. Если взяли, значит, есть за что. Слушай, Колышева ее фамилия, Ксения. Ну, гадалка? Ну, гадалка. Ну, гадалка. Молодец! Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? За одну неделю только 5 заявлений по пропаже детей. Калибаныч, ты что, всерьез считаешь, что она к этому может быть причастна? Ну, знаешь, всерьез, не всерьез, дело темное. А вот Белкина утверждает, что твоя Колышева угрожала ей выкрасть у нее дочку, как по-твоему, прямая угроза или просто совпадение? Дар. Дар у нее, понимаешь? Понимаешь, что я такой? Нет? Она ясновидящая. А что у тебя с ней, а? Весна? Шур-мур, чик-да-пых. Я ее один раз в жизни видел. У тебя чердак вообще сорвало. Ладно, шучу. Сейчас ты чего добиваешься? Она здесь у тебя? Кто? Майор. Здесь. Вызови ее. Кого? Слушай, у меня нет ни сил, ни времени тебе объяснять. Считай, это мой первый взнос на твою пенсию. Я тебе это даю, чтоб ты ее сейчас вызвал. Мы друг другу поняли, да? Какие проблемы? Чумаков, вызови ко мне срочно задержанную Колышеву. Чумаков, свободен. Садитесь, задержанная. Привет. Помнишь меня? Помню. С тобой все в порядке? Тебя здесь не били? Майор. Вам что-то надо от меня, да? Я просто подумал, может, еще не поздно? Может, можно попробовать? Твой дар, он еще действует? Не знаю. Может, можно
попробовать прямо сейчас? Зачем? То есть как-то зачем? Я же ничего не знаю про этого человека. Я ему говорила и вам говорю. Понимаете вы, я не знаю про него ничего. Я понял, 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 все хорошо. Не бойся тут ничего. Тебя никто ни в чем не подозревает. Никто и ни в чем, правильно? Все хорошо, тебе просто нужно вспомнить этого человека. Он же приходил к тебе, правильно? Вы разговаривали о чем-то, да? Ну? Ты тут давай, кончай наускивать! Ты-то откуда знаешь? Ладно, об этом уже все знают, кроме тебя. Ну, попробуй вспомнить какие-нибудь подробности. А? Какие-нибудь детали. Какие детали? Ну. Он инвалид второй группы. Вот, вот видишь, инвалид. Ну вот, молодец. Не знаю, больше ничего важного. Подумай, подумай, подумай! Он должен был писать письма родителям. Письма. Письма, правильно. Письма. Есть письма какие-нибудь? Как ты меня достал, Игнат, а? На, на, письма-то есть. Вот, вот, держи. Ну. Можно? Можно, можно! Я ничего не вижу. Бумага как бумага. Господи, фигня какая-то. Ну, чушь собачья. Все, сеанс окончен. А то продолжайте, я люблю мистику. Послушай, ну ты же понимаешь, что она невиновна. Ну, конечно, невиновна. Все? Допрос окончен. Ну, хорошо, а письма эти, это что, доказательство ее вины? Ну, ты графологическую экспертизу проводил? Где? Чего ты ухмыляешься-то? Ну, там даже ее отпечатков нету. Игнат, я сейчас пойду спецом, как ты просишь, и эти письма отдам на экспертизу, и отпечатки появятся. Обязательно появятся. Сволочь! Гадина! Задушу, сука! Ты тварь! Стойте! Он капитан в отставке. Его бандиты ранили, у него 15 швов. Ты в порядке? Давай, давай, давай. Что? Нельзя трогать? Все в порядке. Просто с каждым разом как будто что-то уходит. Он здесь... служил. Сейчас. Так, по фотографии узнать сможешь? Да, ну как? Здесь картотека всех сотрудников. Ничего, сейчас найдем. Какой возраст, представляешь? Ну, ему лет 50. Он почти лысый. Здесь они все плешивые, и здесь их тысячи. Думай, 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 что-нибудь еще. Нападение на автозаправку. Он стал инвалидом, ему дали орден. Орден? Орден, это хорошо. Сейчас. Сейчас найдем. Так, так. Вот, смотри внимательно. А? Не? Нет. Это он! Так, выходишь со мной, как ни в чем не бывало. Извини, не привык еще. Можно? Может, в милицию позвоним? Может, вообще сейчас вернемся?
Нет никого. Зря только дверь выломали. Что жжешь? Где дети? На меня смотри, су! Где дети? Убить тебя! Руки дай! Урод! Сейчас! Утюг не работает! Ничего, сейчас! Что не работает, утюг? Ничего, сейчас я утюг починю, тебе мало не покажется, гнида. Сейчас, сука. Все, все сорвано. Я тебе попла... Я. Ну и чё? Какой Рубов? Засунь себе, знаешь куда? Я тебя сам найду, понял? Куда мы едем? Считай, что у тебя началась новая жизнь, полная приключений. Будь она проклята. Я хочу домой. Я тоже. Ты не знаешь, зачем я с тобой связался? Не знаю. Похоже, враги теперь у нас одинаковые. Ну, здравствуй, Погремушка. Ты чего пожаловал, Борушка? Оказывается, ты и Ваньку, и Игната у себя принимаешь. Так ведь не я же, Ксенька блаженная. Куда они подались? Подались? Никто ничего не докладывал. Я тебе как на духу говорю, мне никто ничего не докладывал. Слушай, а ты информацию проверь и... Перо? Не, деньги в глотку засунь, пускай подавится. С легким паром. Какие ощущения? Какие-то странные. Что, правда, никогда в бане не была? Да нигде я не была. Прыгай. Прыгай, прыгай. Прыгать? Конечно. Thank you.
прыгать не умеешь? Нет. Что ж ты прыгнула-то тогда? Сам сказал, я прыгнула. Ты в порядке? Нормально? Да. Все хорошо. Ну, откуда ты взялась такая? В школьной библиотеке меня сократили. Ну и что, как тебе? Жилось? Да, сокращение. Скучно. Все так живут. Коньячку? Не знаю. Зачем мы это сделали? Нас ведь все равно найдут. Ты, наверное, отличница была, да? Просто я знаю, что никуда не убежишь. Ой. Щетина. Вот масло. Мясо случайно не замочите. Буров просил эту гадалку живой привезти. Ну, сказал, живая, значит, будет живая. А скажет, по кусочкам привезти, привезем по кусочкам. На, это тебе. Че ты мелешь? Ничего. Слышь, Щетина, а никаких указаний не было, как насчет того, что сначала трахнуть, а потом привезти, а? Нет, таких указаний не было. Можно, только вертолетом. Ты всех убил?
Что ты чушь говоришь? Ну, я ее видела. Ты машину водить умеешь? Нет, а зачем мне? Да, действительно, зачем? Дар, дар. Зачем он только нужен, твой дар? Вообще-то я себе его не выпрашивала. А если ты сам знаешь, то и скажи. Что сказать? Зачем все это нужно? Вот зачем солнце? Зачем птицы? Зачем небо? Люди вообще это зачем? Ты верующая? Конечно, хоть на три. Сашка все равно в командировке. Проходите. Это Юля. Давайте, давайте, давайте. Я Юля. Юля, проходите. Да не разувайтесь, проходите. О, слушай, а я думал, Ванька врет, когда он сказал, что ты фотомоделью сделалась. Фотомодель, фотомодель. Кто мне голову мою светлую задурил с вашими фотомоделями? Ты с Ванечкой задурил на вашей рыбалке. У тебя данные. Быть тебе моделью. Ты тоже с ними на рыбалке была, да? Да не была она ни на какой рыбалке. Давай не будем об этом, а? А почему нет? Мне, кстати, между прочим, очень понравилось у вас на рыбалке. Я бы сейчас не против туда разок-другой, туда. Юль. Что? Вани нет больше. Да ты что? Умер. Слушай, я так и знала, я чувствовала. Мне сон снился, знаешь? Понимаешь, вот что я тебе скажу? Вот это вот все, да? Вот это вот никому не надо. Вообще никому не надо. Потому что снимают, то ноги снимают, то задницу, то сиськи. Понимаешь, а вот твое лицо, твоя душа вообще никому нафиг не нужно. Вот вообще никому. Ну а ты чего? Ты бедная, да? Чем занимаешься? Ничем. Понятно. Слушай, ты знаешь, что у тебя вообще уши красивые? Я тебе серьезно говорю. Хочешь, я тебя пристрою сейчас в одну компанию и сережки рекламировать? Ты хоть на своих ушах денег заработаешь? Юль, Юль, да отстань ты от меня. Слушай, вот его не слушай. Ты девочка взрослая, сама во всем разберешься. Тебе что, деньги не нужны? Вот ты кем работаешь? Кем? Этой. Ясновидящей. Ну, вот я и говорю. Не женская? Кем? Ясновидящий. Правда? Ксюшенька, миленькая, погадай мне, пожалуйста, я тебя очень прошу. Мне сейчас это очень и очень сильно нужно. Не могу. Ксюша, ну почему? Пожалуйста. Я не хочу больше. Юль, ну как она тебе погадает? У тебя же здесь ни дохлой жабы нету, ни черепа. Я принесу. Засранец. Спи давай. Ясновидящая. Прикольно. Чего сразу-то не сказал? Ты что? Тебе ничего не будет? Ты куда? Ты не волнуйся, я постараюсь не задерживаться. Нам нужны паспорта, визы. Понимаешь?
Ну? Чего у тебя там с Игнатом? М? Все серьезно? Да и... Да ладно, он хороший. Ксюшенька, я тебя очень прошу. Очень-очень. Ты можешь мне погадать? Миленькая, ну пожалуйста. Давай посмотрим, что у меня там дальше будет, а? Ну мне правда так надо узнать. Вдруг у меня сейчас все решается. И как раз именно сейчас можно что-то изменить, а? Ну я тебя очень прошу, м? Нет. Дом. На берегу океана. Застекленная терраса. Низко у горизонта. Солнце. Парусники. Вдалеке. Это где-то очень далеко. Рядом с тобой красивый мужчина. Он тебя очень любит. Как странно. Мне казалось, что впереди только потери и боль. Если бы ты знала, как я устала. Ты полежи, полежи, отдохни. Давай я тебе чай или кофе принесу. М? Ну, Игнат, ну, молодчина. Молодец какой, а? Алло, Машка. Машка, привет, это я. Слушай, дуй ко мне быстрей. Прям быстро давай. У меня тут на кухне настоящее сокровище сидит. Да какие мальчики? Ясновидящая у меня, настоящая. Да, мам. Что сгорело? Как сгорело? Ты в порядке? Да. У Сергея Николаевича? Ага. Какие люди? Мам, ты меня слушаешь сейчас? Значит, смотри, телефон сейчас свой выключишь. Я тебе к Сергею Николаевичу позвоню. Никуда не ходи. Нет, домой тоже нет. Все в порядке. Мам, все, ничего не случилось. Все будет хорошо. Ты меня поняла? Я тебе перезвоню. Все, целую. Холодно. Далеко не ходи, Игнат не разрешил. Спасибо. Итак, я поздравляю тебя, Игнат. Теперь ты Илья. Да. Спасибо, Виталь. Спасибо. Век не забуду. Забудешь. Но, может быть, это и к лучшему. И вот еще что. Конечно, это не мое дело, но на твоем месте я бы с этим не тянул. Понимаешь, если Буров взял кого-то на прицел, то он от своего не отступится. Принцип у него такой. Илья. Да, конечно. Он вышел.
да. Ну все, давай, пока. Раздевайся. Раздевайся скорее. Давай сюда. Не испачкала? Нормально вроде. Слушай, я сейчас убегаю. Придет Машка, а с ней эта дура Ирка. Она немножко с мальчиками. Вот. И, короче, вы тут разберетесь, да? А я побежала, мне реально надо. Возможно, это и есть мой шанс получить домик на океане. Юля. Юль. Этого не может быть. Сейчас я вызову скорую. Врача. Воздух сейчас. На воздух. И солнце, и парус. Я видела, я... Сейчас, подожди, сейчас. Сейчас. Вот так вот. Немножко. Сейчас. Подожди. Ну я видела! Я видела! Я знаю. У нее должен быть дом там на море и терраса. Я же сама видела. Подождите. В сторону. Руки. Тихо. Ну-ка, дайте мне сосредоточиться! Кто-нибудь, уведите. Я не вижу. Давай. Юля, все будет хорошо. Я знаю. Подождите. Я вижу. Никто никого больше не будет убивать. Все будет хорошо. Да. Я вижу. Я же видела! Бог!